Смотрите, как полицейские вообще ловят какого-то мелкого хулигана, мошенника, я не знаю. В общем, короче, чем-то он, походу, промышлял, и полиция, не цацкаясь, просто уже прям со встречки едет. Я не думаю, что машина была где-то в ряду и выехала. Она, скорее всего, уже по встречке ехала, потому что там из-за угла другая полицейская машина выезжает. На! Получи! Нарушил закон, получи! То есть никакой вежливости, политкорректности. Прям жестко вообще прессинг и погнали.